Всем привет! С вами снова я, Иринка. Сегодня мы будем делать десерт к чаю без выпечки. Нам нужны печеньки слоеные. Они разной формы бывают. У меня поляцкие в этот раз. Творог, натуральный йогурт, сливки, сахар, варенье и вода. У меня 300 миллиграмм кипяченой воды остуженной. Я ее разбавлю с вареньем. Это нам надо для того, чтобы обмакивать наши печеньки, чтобы они не были в нашем десерте сухие. Это я все перемешаю хорошо с помощью блендера. Потом я сделаю крем. Сливки с сахаром мы хорошо взобьем до густой пены. Добавим туда творог, йогурт, все хорошо перемешаем и будем укладывать наш десерт. Наш крем для смазывания, для пропитки тоже готов. Нашу воду с вареньем я приготовила. Выливаем ее в чашечку. Теперь каждую слоеную печеньку просто обмакиваем и укладываем на дно формы, любой, какая вам удобна. Первый слой наших печенек слоеных мы уложили. Теперь сверху все то, что мы приготовили в виде крема. Мы все это, не все, а накладываем, разравниваем, закрываем наш первый слой, так скажем. И сверху также продолжаем, берем печеньки, ложим второй слой, также обмакиваем и выкладываем второй слой до конца, пока не закончатся наши печеньки и крем. Вот такая у нас получилась порция. Прекрасно хватает. Вот так вот она снизу у нас. Сверху, у кого что, у меня сегодня виноградик. Я разрезала каждую виноградинку. Для красоты просто украшу, выложу все вот так красиво. По всей нашей форме. Вот такой вот наш десерт получается. Творожно-виноградный, диетический. Все, мои дорогие, наш десерт готов. Выглядит красиво, диетично и вкусно. Я его оставлю стоять на пару часиков в холодильник. Он как раз пропитается у нас. И потом можно будет кушать. Все, с вами была я, Иринка. До новых встреч. Оставляйте свои комментарии, ставьте класс и подписывайтесь на мой канал.